Люди так детей своих не любят, как ты собаку. Он так улыбается, смешно. Броша, Броша, ты довольный? Да. На ручки надо? Это классно было. Еще? Давай, бери на ручки. Броша, где сучки? Стоп! Акула. Ты что, у него есть где бегать? Он аж прям плачет. Взять. Ему только сложно. А, нет? О, да, нет. Держится. Кто там, бро? Кто там? Лапай его, бро. Что это там стоит? Пришел вот в гости, скажи. И нагло там стоит, не играет около. Да, стоит там, даже не играет. Ну да, он сейчас, знаешь, как он же видел тоже щенков. Он же с ними рос. Представь, он сейчас еще один пришел, как его достать. Как же его оттуда достать? Оторви ее полностью. Эй, мальчик, красавчик, да. Что, моя булочка маленькая? Да. Хоп. Пиздец, блядь. Чего? Это надолго? Нет. Ну еще не хочешь покурить? Не, еще жду уродов. Замучили ребенка и пить убежал. Броша, ты папу любишь? Ты папу любишь?
сидеть. Давай. Умница! Брошь, я даже заснять не успела. Там был окунь. Не, это дорада. А, не, дорада. Ой, ты в трусах, Саша. Ты тоже требуешь тебя сфотографировать? А что, ушел? Брось, что ты делаешь? Просто домой ехать. Посмотри. Стой, стой, стой. Брошь. Ну подожди. Посмотри на себя. Посмотри, кто тебя мыть будет. Саша. Ну не лезь, бро. Красавчик? Брош, ты красавчик? Брош, а где твой зайчик? Где твой зайчик, Брош? У меня есть палочка. Да. Давай назад. Он просто спит. Прямо не видно, как вот солнышко, допустим, упало бы вот сюда вот.